Первый вопрос для разминки. Каким видом спорта занимается брат Макс? Волейболом, волейболом или мини-футболом? Волейболом. Это был легкий вопрос. Гандболом. Угадал? Да. Идем дальше. Это легкий вопрос. Это легкий вопрос. Чуть посложнее. Какой предмет в школе Марш не любил? Алгебру, биологию или химию? Алгебра. Макс? Не, брат, химию не любил. Алгебра, это считать, мне деньги шанс считать. Ну да, кто-то хорошо считает. Идем дальше. Сколько мячей пропустил Сашка на первой тренировке в жизни? 15, 20 или 25? Я думаю, мячей 15. Двадцаточка. Я думаю, сейчас скажешь 25, типа, и я скажу, типа, значит, ты вообще-то меня недооцениваешь. Не, я тебя как раз оценил нормально. Ты, как обычно, катушку пропустил. Кошелку нахер. Кошелку. Ладно, идем дальше. Против какой команды Саша дебютировал за «Спартак»? Против «Крыльев Советов», против «Терека» или против «Спартака Нальчика»? «Спартак Нальчика». Кубок России. Бинго, даже в городе не угадал. Может, еще и стадию вспомнишь? Стадион? Нет, стадион, стадию. Какую? Стадия. Первая стадия, ну, которая идет, одна, если... 28-я? Не, 1-16 же, или... Премьер-лига, когда начинает? С 1-16, по-моему. 1-4 была, да? По-моему. Я тоже, Нальчик, не, я тоже не помню. Это 1-8 была, потому что Нальчик как раз «Динамо» прошел. А вы с кем начинали? Мы с этим, с Кубани. Хорошо, идем дальше. В каком чемпионате Сашка хотел бы поиграть? В Англии, Латвия. В Испании или в Латвии? Слушай, ну я думаю, Англия. Там молодец. Все, в принципе, хотят поиграть. Молодец. Бинго, правильный ответ. Итак, почему Макс не стал волейболистом? Потому что брат обвел его на футбол. Потому что родители были против того, чтобы Макс занимался волейболом, как его брат. Или потому что Макс просто не доставал до сетки. Макс просто не доставал до сетки. Это всемирный день. Не мог себе нуждаться оттолкнуться от земли. Да? Шайба. Какую породу собак у Макса в Ростове? Джек Рассел терьер, йоркширский терьер или той терьер? Откуда будет этот вопрос? Вот я, кстати, ну я... Я сам не знаю. Я не знаю. Макс, можешь подсказать, если хочешь? Ну, не первое точно. Нет, не Джек Рассел. Скажу тебе, терьер какой-то. Собака маленькая, очень маленькая. А я не сильно разбираюсь. Той терьер, Джек Рассел терьер или йоркширский терьер? Той терьер. Молодец, да. Два любимых актера Александра. Де Ниро и Аль Пачино, Мэтт Дэймон и Бен Аффлек или Бурунов и Петров? Бурунов и Петров? Да. Бурунов и Петров. Любимый урок. А так и есть, что, нет? Ну да, ну так, вообще, так считаю, да. Все правильно, да. Буквально потом за трёх сказал, что он очень любит их за сериал. Да, да. Да, им поэтому. Любимый урок Саши в школе. Чтение, труд или физкультура? Физкультура. Почему? Потому что спортсмен. Нет. Нет? Потому что он всегда прогуливал физру. А, да? Пятерки ставили. Спортсмен, я думал, сейчас скажешь. Чтение, типа, читать не умеет, труд не бегает, ничего дальше, как труд-то. Какой рейтинг FIFA 19, а хотя, может, вы не знаете. А, в 19? 19 FIFA у Макса. 64, 65 или 66? Ну, мне кажется, что 66, но я почему-то думаю, что 65. Ты не помнишь? 65, по-моему, да? 65. Я думал, 59, но 18. Нет, это 18 было. Все правильно, 65, красавчик. Какая стоимость на Александра Максименко значится на сайте Трансфермаркет? На данный момент? Да. 4 миллиона, 5 миллионов или 6 миллионов? 4. 6. Я только другой не знаю. 5. Я знаю, 5. 5, да. 5, да. Подняли, что ли? А? За что? Да не знаю. Я сам не знал, 6 сказал. Сколько времени занимался Макс волейболом в детстве? Неделю, две недели или месяц? Неделю? Месяц. Месяц.
Это вообще, давай почитай там интервью, хотя бы лично подготовился. Не подготовился. С какой ноги он входит в штрафную площадь, справа или слева? Логически не думаю. Правой. Да, правой. Какой рост у Макса? 186 сантиметров, 187 сантиметров или 188 сантиметров? 187. Нет правильного ответа. Да? Ну да. На сайте футбольного клуба «Спартак» значит 187. У меня 189. Кумир детства у Макса? Куртуа, Касильяс или Акинфеев? Касильяс. Акинфеев? Любимое блюдо у Саши? Я могу ответить. Там его нет, но он скажет сейчас. Мясо по-французски. А, да. Я красавчик. С капустой. Согласен. И последнее, самый сложный вопрос. Какая любимая песня? Владимирский централ. Ростов на Дону, вот эта вот песня там. Да, за ростовскую братву. Красавчик, молодец. Отдавай пятюню, меняемся местами. Так, сколько там правильных ответов потом? Саш, твоя очередь. Давай. Вместить, в каком возрасте он попал в Академию Коноплёва? 10, 11 и 12. 12. Кого? Правильно. Каким видом спорта также занимался Калуга в детстве? Боксом, ММА или рукопашкой? Так что подумай, прежде чем с ним спорить. Он в детстве водил боевые искусства. Давай, давай. Что-то по нему не скажешь, что за этим. Он скрывает. Удачно. Рукопашка или боксом? Рукопашка, бокс или ММА? Ну пусть будет бокс. Рукопашка. Рукопашка занимался? Конечно, брат. Кем бы стал Калуга, если бы не футбол? Внимание, говорят от этого. Вышибалый. Ну, рукопашка занимался бизнесменом. Или боксером. Брат, логически, логически. Точно не бизнесмен. Но. Вышибала, да, если рукопашкой занимался? Или боксером? Или боксером. Она вышибала и раз. Ну, вышибала, брат, это... Вышибала, ходишь, это кто? Ходишь, всех вышибаешь. А, ну, боксером стал. Ну, все правильно. Защитаем. Да, да. Ты главный судья. Я вышибала, просто не знаю, вы там действия вышибала. Да ладно, просто... засчитаем, он все равно ничего не знает. В красном выходил, да. Двигаемся дальше. Против кого дебютировала Калуга? В основе Динамо. Против Терека, против Амкара или против Луча? Против Луча, это ФНЛ был сезон, я помню. Правда. Я думал, он тоже против Нальчика, если честно. Он, по-моему, и ты играл против Нальчика. Нальчика, да? Я играл, да. Да, в составе. Какая-то. Но это раньше было. Официально была раньше Нальчик. Так в итоге, как ты защитил? Луч был раньше. Ну, Луч раньше. Луч. Ну, то есть на защиту? Да, конечно. Луч на замену вышел, а с Нальчиком в составе? Не, да. Видишь, я помню. Я за ФНЛ слежу, там тоже где-то играл. Ой. Кого считает лучшим защитником в мире Калуга? Дани Алвеса, Рамоса или Рома Евгеньева? Рамос. Да. Да, да. Любимое блюдо? Макароны с сыром. Макароны с курицей. Или спагетти болоньезе? Макароны с курицей. Да. Слушай, он хорошо. Я говорю, он каждый день это ест, как будто не заметил. Ты как замаскировался. Просто там вообще такие это, я думал, сперва ответить сразу, потому что ты начинаешь там макароны с чем, ну ничего себе. Ну, ты можешь писать мне про Васю, это был да. Окей, любимый фильм? Фильм не смотрю. Ну, вот есть любимый. Давай. Окей, погнали вариант. Никогда не говори «прощай». Никогда не говори «никогда». Никогда не сдавайся. Никогда не сдавайся. Есть такой фильм? Я не знаю. Никогда не сдавайся, значит. Кого? Да. Сам придумал, да? Нет. Восьмой вопрос. Какая стоимость на трансфермаркете у Калуги? Вау. Точно не знаешь. 1.5 миллиона. Ага. 2 миллиона. 700 тысяч. Тут ты знаешь. Я все знаю. Ну ладно, по твоей игре я специально сразу оценил. 700 дал бы за тебя. Побольше за друга бы дал. Да, я знаю, что... Полтора минимум. Не, ну полтора. Я накидывал ему. За счет паспорта русского, можешь. Тебе куда 6 дали? Да. 5, 5. 5, да. Одну это я сам докинул. Какой стиль музыки предпочитает? Рэпчинку, шансон, всяко разное меломану. Меломану. Да. Точку. Кого считает лучшим футболистом? Месси, Роналду или Ван Дейка? Месси.
Если честно, я сам не помню. Месяц. Да? Да. Ты считаешь? 7 месяцев. Считал раньше месяц, сейчас не знаю. Да. Все. Сейчас точно нет. В одну калитку вышли. Ну, вообще просто что-то пока да. Такой любимый слабый. Выпуск «Красавы». О. Сюжет про Черышева. Про меня? Про Максика? Нет, сюжет про Черышева. Сюжет про Милевского. Или сюжет про Академию Коноплева. Я даже не знаю. Слушай, ну Милевского топ было. Нет. Да, про Коноплева, конечно. Да. Ну, хорош, про Милевского там. Про Милевского мне тоже понравился. Про Милевского? Не, мне он понравился. А вообще его любимый про Коноплева, конечно. Про «Красное на Волге» снимет из Сава. Где начинал Никита Калугин. Посложнее вопросы, пожалуйста. Посложнее, может, будут вопросы? Что-то он все да. Очень слабо. Там логически очень слабо. Много слишком, кстати. В каком месяце дебютировал Калугин с «Динамо»? В марте, апреле или в мае? Мне кажется, в марте, потому что это холодно было. Да? Какого числа? Какие варианты ответа? Какие варианты? 17-го, 15-го или 12-го? 12-го. Сау. Да? Да. Ну ладно. Да. А днюха у тебя какого? 12-го. Сау, я помню. У тебя какого, говорит? Не, я просто помню, я просто... Вот этот вопрос надо было задавать. Не, я просто помню то, что 12-е, но я не думал, что он в дебют свой сразу. Или из-за этого ты дебютировал. Да, да. Кому дал большое интервью, одно из своих первых больших интервью Калуга? Дмитрию Дерюнцу, Нобелю Арустамяну и Александру Боярскому. Так, Александр Боярский, это кто, певец у нас? Нет, известный болельщик «Динамо» и часто пишет про «Динамо». Юрий Дудь, это? Юрий Дудь. Хорошо, давай. Номер я оставляю. Юрий Дудю или Дмитрию Дерунцу? Дерунец. Калуг. Это было логично. Кому забил Калуга за молодежку «Динамо» в юношеской лиге УФА? А, я знаю. Кому? Поэтому. Израильтянам. Макаби, по-моему, не с Макаби, со штрафного дал. Окей, вариант ответа. Макаби, Ювентусу или Габале. А, Габала еще, да. Ну так кому? Кому? Сейчас, я думаю. Барабанный дробь. Макаби, Макаби. Габала, брат. Габале, брат? Конечно, вдал в дальний туда. Я в штрафной помню, ты бил. Ну. Ну. Я думал, Макаби. Не, Габала. Чья футболка у Калуги висит дома? Висела. Висела, висела, висела. В детстве. В детстве. Загоева, Зырянова или Терехина? За «Динамо» болеешь вообще? Когда? А? Когда? Я ни за кого не болею, брат. За Сочи болею сейчас. Зырянов? Калуга. Загоев, брат. Любимая игра. Давай без вариантов. Какие девушки нравятся? Блондинки, брюнетки или короткостриженные? Умные. Правильный ответ. Ну,